Да, снайпер это прежде всего командный игрок. Там своеобразный тоже класс поддержки на самом деле. Единственный рашерский класс по-нормальному, если в игре, это штурм. Его поддерживают с длины снайпер, Защитите сблизи стратегические рядом объекты. инженер и потом уже только мед. Мне кажется, это первое поражение сейчас будет. Посмотрим. Один, наверное. Пойдемте через респу наш, попробуем. Нет, два. А тебе берите его наверху. О, вот, наверху. Бока есть. Подъем есть. Резают подъем. Граната пошла. Бока, 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 бока. Бока остался. Был, по крайней мере. Вот видите, команда не справилась. Эйс номер там что-то приходится. Это ну, это такой бестолковый эйс. Вот про это и говорил. Команда не справилась, приходится снайперу ерундой заниматься, фазумить, бегать.